Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Ну, лайк, естественно, и комментарии тоже приветствуются. Но вообще, что вы не подписались, это действительно странно, потому что это единственный канал, где говорится только о часах. Подписывайтесь прямо сейчас. Также не забудь, что внизу в описании видео есть телеграм-каналы, где информация намного больше и интересного тоже очень много, поэтому подписывайся. Ну а мы, дорогие друзья, о 10 фактах, известных на данный момент о таких часах, как Galaxy Watch 6. И первая, на мой взгляд, действительно самая радостная новость для меня, по крайней мере, это то, что ворачивается безель. Безель ворачивается механически, как на Galaxy Watch 4 классика, Galaxy Watch 3, вообще вот такая классная штука. На Galaxy Watch 5 экран утоплен и доступен вот этот вот электронный, да, безель или бизель, меня всегда поправляют. И неудобно на самом деле, потому что ты закрываешь своими ручками, особенно как у меня, как один сказал подписчик, пальчики колбаски, вообще экран не видать, закрывается. А вот на четвертых раз так сбоку прокрутил, и все нормальненько. Это удобная вещь, и слава богу, что их возвращают. Они будут доступны, классики я имею в виду, вот 6 с двумя экранчиками 43 и 47 миллиметров. Это я сюда включаю в первый известный факт. Факт второй. Рамки экрана вот здесь по кругу будут тоньше. Другими словами, экранчик должен получиться больше визуально. Ну и надеюсь, в принципе, по-настоящему он будет больше. Это тоже очень хорошо, потому что рамочки очень широкие на всех часах, а здесь будут тоненькие. Слава богу. Третий известный факт. На часах Classic будет доступен кожаный ремешок, как в свое время на Galaxy Watch 3. Не знаю, радоваться этому или нет, потому что на Galaxy Watch 3 был кожаный ремешочек, но он был такой, ну, не особо. Стоил 5000, дорогие друзья, если вы бы отдельно захотели его купить. Но, действительно, мне он не понравился. Посмотрим, какой же будет здесь. Четвертый известный факт. Будут доступны только два цвета на Galaxy Watch Classic. Это черный и серебристый, как, в принципе, и всегда. Факт пятый. На обычных Galaxy Watch 6 будет доступно три цвета, а не два. Это черный, серебристый и бежевый. Шестой известный факт. Размер экрана на обычных Galaxy Watch 6 останется прежним, как и в четвертых и в пятых Watch'ах. Это 40 и 44 миллиметра. Так, 40 миллиметров, экран будет 1,31 дюйма. А у 44-х 1,47 дюйма. Седьмой факт, и тоже очень радостный, наконец-то они изменят чипсет. Теперь там будет Samsung W930, который, как говорят, будет на 10% быстрее, чем на моделях Watch 4 и Watch 5. Посмотрим. Восьмой известный факт. Батареечка будет чуть-чуть больше. И вкупе с новой операционной системой, которую они презентуют с выходом новой модели, они обещают, что все-таки автономность будет больше. Тоже было бы интересно. У меня стоит эта новая операционочка, конечно, это бета, но пока результатов улучшения я не вижу. Дальше посмотрим, когда будет конкретный релиз данной операционной системы. Девятый. Как я уже проговорился, в восьмом обе модели, естественно, будут уже на новой операционной системе Wear OS 4.0, ну и также с новой оболочкой самсунговской 5. Ну и десятый факт. На новых часах будет, естественно, какие-то новые фишечки. Первое – это переработанный алгоритм отслеживания сна, персонализированный зоны сердечного ритма 2. Ну и третье, это уже совсем переработанная функция SOS, где, нажав кнопочку, либо упав, будут вызваны службы спасения, а также поступит вызов тем, кого вы добавили в эту функцию. Вот такие вот фишечки у нас пока известны. Но мероприятие планируется, или говорят, что оно будет 26 июля. Посмотрим.
вживую все. Я думаю, что на своем канале я это тоже освещу. Поэтому ждем, дорогие друзья. Возможно, я что-то пропустил интересное, но у вас есть эта информация. Жду ваших комментариев. Спасибо, до свидания, всего доброго и до новых встреч.